Привет, народ. В прошлом ролике, когда снимал видео про вот эти вот фонари, вот мы остановились на том, что я их поставил заряжать, и тут загорелись такие красненькие две точки, моргающие, они показывали, что заряжается видео, но я сказал, что потом, как зарядится, скажу, каким образом оно выключается или включается, или что оно делает. В общем, при зарядке моргает красным, а когда зарядится, потом просто непрерывно горит. Так вот, это вот к этому дополнение к прошлому ролику по свету. Так, а пришла нам еще вот от этой же самой фирмы еще одна посылочка. Сейчас мы ее откроем. Вот. Извинялись и написали, что положили какую-то маленькую. Это знак внимания. Сейчас посмотрим. За знак внимания, если положили. Или просто написали. Да что ж такое? Так, ну, короче, все, разрываем. Это просто коробка. Да? Не мучился с ней. Ага, вот она. Заклеена была. Все. О, варварским способом открыли. Ну что, переживем. Так. Все убрали, нож нам уже не нужен. Берем. Так, это предыдущий продукт. Вот такой вот монопод. Ну, посмотрим. Так, платежка. Так, очередная скидка. Так. О! Тяжеленький. Но это все покупалось для камеры 360. О, такой. Ну вот. Два таких, получается, продукта. Классная сумочка, конечно, у них шикардос. Так, со светом мы уже понятно, идем. Вскрытие продукта. Так, стоп. Начнем с маленького отделения. Так, здесь. А здесь ничего. В общем, про продукт обманули. А может, не, может где-то здесь будет, еще не знаю. Так, здесь 1, 2, 3 магнита. Да, вот. Ага, так, просто 1, 2, 3 магнита есть. Здесь крокодил. Ага. Вот такой крокодил. Как-то он тут с такими зажимами. Ну, они все такие рифленые. Понятно. Сюда камера крепится. Так, понятно. И здесь такой же вот еще один переходничок, как у фонаря было. Ну, не знаю зачем. Ну, удлинитель. Ну, вот есть, ладно. Так, есть. Здесь все, ну, как-то шикарно. Так, идем дальше. Вот это, ага, она тут как-то... Это вот. Ага, сделан так, чтобы оно не болталось и крепится потом к этому, да, вот. Сам между собой зажимается, ну не знаю, надо или не надо. Разберемся. Так, это вот подставка. Подставка, которая регулируется, если я правильно понимаю, да? Раз. Да. И полностью можно ее уже потом поставить на землю, да, ну вот как бы увеличивается площадь немножко. Так, так, вот. Ага, где-то я
А, стоп, что-то я не как-то так сделал. Все, вот. Подставка есть. Дальше. Грузик, благодаря которому можно монопод ставить, по-моему, не помню, сколько градусов, там, по-моему, под... А, тут вот написано 25, 10, 25 и 45 градусов. То есть, прикручивая его так вот, таким образом, вот таким образом мы его прикручиваем, и получается уже у нас под там 10 градусов или 20, или сколько, уже будет стоять монопод. Ну, интересное решение они придумали. Плюс они сделали вот здесь прорез для этого, для кабеля, если нужна будет зарядка, да, ну вот не знаю, как оно в самом моноподе, она будет или нет. А вот это вот они сделали, то есть еще снизу можно сделать, усилить его, как бы противовес получается, да, или нет. Ага, тут что-то тут внутри у них. А нет, нету там ничего. Ага, нет, показалось. Противовес у них вот здесь вот сбоку ставится, вот. Я думал, что-то снизу. Ага, ошибся. Вот здесь у них противовес ставится. И тогда уже, ну, как бы сильнее получается, что ли, или держится. Я думал, что-то будет снизу, но... Так, это вот такой вот еще есть. А, ну вот это, наверное, вот знак внимания. Нет, не это. Ну, не знаю, в общем, какой знак внимания. Ну, наверное, этот. А что вот сюда крепить? Не знаю, но это же для ключа сделано. Так, я не понял. Так, карабинчик. Ну, вот это может быть знак внимания. А это... ну, в дерево я не знаю, если его эту вывертку, или как ее правильно назвать, закрутишь. Не могу сказать, но, похоже, в землю она засовывается хорошо. Да, вот такая. Да, а это... Ага, и две резьбы здесь. Вот. И покруче, да? Так, ну вот это вот, в принципе, и все из таких мелких запчастей. То есть на все случаи можно воткнуть уже потом куда хочешь. Но интересно было вот еще что. Так. Теперь вот сам монопод. Интересен он вот чем. Они сделали крепление для магнита. Вот, то есть, вот таким образом. Во-первых, магниты можно сделать, вернее, не сделать, а прикрутить вот сюда, к подставке. Ну, или тренога, как ее правильно назвать. Вот. Раз, да? А, ну это уже надо вот так вот его выставлять, правильно? Правильно я понимаю, нет? Что ж такое? Что-то торможу. Так, вот, все. Вот это уже будет плоскость магнитов, да? Так, ну сейчас проверим. Увеличивается площадь. И... Так, вот такое вот крепление. Это что ж такое? Чего это как-то не попаду так? Неудобно, что ли? Так, вот так вот это будет. А теперь под своим весом опускается вниз. Так, 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 во. Все, ну тогда вот такая плоскость получается у них, да? Для магнита. Вот, уже не оторвешь его. И что они еще сделали? Так, ну это мы...
Что они еще сделали? Они сделали вот здесь магнит раз. Вот это, конечно, вот это они сделали классно. Раз, магнит. И магнит второй. Тут простые неодимые магниты. Их там, вот их тут, я не знаю, что тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И тут семь, ну, 14 штук просто. Но они сделали вот что. Вот, вот это вот круто, конечно. И теперь получается вот такая, на машину если где-то ставить, то вот такая вот плоскость получается. Класс. Вот это вот они, конечно, сделали класс. Зажимаем, все. Ну и сам уже монопод. Вот. Уже работает вот таким образом. То есть на машину где-то поставили или на металлическую поверхность, вот это вот будет держаться мертвого. Вот это классно. У меня есть магнит, он меньше. Ну, то есть два такие же магнита через скобу. И вот они вот, ну, где-то вот такой вот он, да. Ну а здесь уже площадь увеличена. И супер, уже не так страшно. Так, сейчас посмотрим. Сейчас хотел глянуть, насколько он высовывается. Высота его полностью. Вот. Ну вот так, так вот. По-моему, метр с чем-то, ну, для интереса, если там будет в инструкции, потому что тут только подарочное все вот это. Так, платежка нам нужна. Нет, нету характеристик. Нету. Странно. Ну ладно. На сайте тогда надо посмотреть. Ссылку оставлю там на сайте, посмотрите. Это тут просто очередная скидка 5%. Так что вот, вот так. Да, ну а так сделан, конечно. Ага, это тут. А, вот как еще. Ага. А, ну это я полностью открутил, балбес. Протормозил, да, вот. Раз, так. Сейчас посмотрим, сколько. Ну, теоретически. Ну, ага. Ну. Три. Так, я сейчас так померяю, просто как мой рост, да, и так. Ну, по-моему, метра, наверное, полтора, метр 60, я бы сказал. Ай, оп, и уже магнит прилепился. Так, это мне магнит не нужен. Так, ну, где-то, да что ж такое? Так. Ну, да, где-то метр 60, метр 70 будет, ну. Классно. Так, ну все, вот такой надежный, качественный. Сделан красиво. И что радует, футляр. Это радует больше всего. Что оно все вместе. Не разболтано, нигде ничего не болтается, нигде ничего лежит и все вместе. Ну вот. Такая продукция. Вот это так и не понял, зачем. Если они имели в виду вот это вот как знак внимания или карабин, не знаю, не могу сказать. Так что вот такая продукция. Сейчас попробуем еще сделать тогда. Уберем магнит. Вот. И прикрутим. Штатив. Вот. Вот так вот. Вот. Не совсем понял, зачем это для кабеля, как для кабеля, куда для кабеля, ну, не знаю, ладно, бог с ним, разберемся потом в процессе. Так, раз, два, три. Ну, вот такой вот моноподик. Вот это лучше его состояние, вот это вот. Уже гарантия большая, да? И сейчас вот это вот раз, еще вот так вот закрутим. Так, ну вот все, вот стабильность его. Все, закрутил, ну вот. Так что вот, такие, вот такая очередная игрушка.
Так, ну еще раз проверим. Вот это вот снизу. Ну что-то я как-то так не понял, почему у них там. Или она просто залита, там есть резьба. Ну, она разобраться. Ну так вот попробовал, не закручивается. Нет. Нету там резьбы. А? Ну ладно. Странно. Зачем сбоку, если логичнее было оттуда? Так, а тут еще вот у нас есть 45 градусов, да? Ну, для интереса сейчас поставим на 45. Не знаю, кому это надо, зачем это надо, 45. И вот если прикрутить уже потом сам монопод, вытянуть его на полностью, да, то если он не будет, ну, будет, ну, может, не так далеко надо это, ну, не знаю. Ну, для фотографии это все равно, там потом в редакторе все это сотрется. А тут, а для видео... Ну, для видео я так и не понял. Ну ладно, тем не менее есть. Так, ребята, ну вот, в принципе, и... А, стоп. Да нет, тут же магнит был, да, не тут. Что-то он туда не влазит. Так. Потом еще покажу, как это где-нибудь на машине работает. У нас остается неизменным. Так, закрываем, да? Проверим еще, это ж у нас не это, а нет, тут просто резиночки такие где-то на это, они не шевелятся никак, нет. Вот. Ну, я так думаю, вот это вот нам не надо, потому что логики оно не дает никакой. Так, это у нас было вот здесь. Здесь где у нас вот. Это было здесь. А это было вот здесь. Но эти, наверное, чтобы оно просто не болталось. Другого объяснения я не нахожу. Вот. Ну, а это было вот здесь. Пусть будет здесь. Пока не понял, зачем оно надо. Камеру на шею повесить, чтобы была. Так. Ну, а это вот здесь. Так что, ну, что могу сказать? Довольно качественная. Довольно качественно сделано. Вот такой чувак. Что сюда еще ложить? Не знаю. Так, так вот. Таких два продукта от одной фирмы. Так. Хорошие люди должны работать хорошими инструментами и играться хорошими игрушками. Всем спасибо за ваше время. Всего доброго и до скорых встреч.